О, привет! Вы застали нас с обивающими орешки у камина. Есть одна вещь, которую мы с Энтони очень любим. Это Рождество. Мы так любим Рождество, что даже сделали татухи, чтобы это доказать. И чтобы отпраздновать Рождество, мы решили поделиться с вами нашими волшебными праздничными историями. Давайте-ка глянем. Эта история начинается с Санты около компьютера. Вам e-mail! Что ты там делаешь, клубничка? Ничего, моя булочка. Просто делаю ставки на eBay, но этот пидор постоянно поднимает свою ставку. Какого хуя? Как этот пидор снова смог выиграть этот лот? Спускайся, Сахарок. Все хорошо. Меня просто заебало этот 56-килобитный интернет на Северном полюсе. Даже новая операционка не спасает. Вы забыли купить подарок на Новый год, а уже Рождество? Мы поможем вам. Мы экспресс-доставка подарков. Какой большой. Просто дай нам адрес своей рождественской вечеринки, и мы вышлем одного из наших курьеров в тот же момент. Они подберут все, что найдут по пути к вам домой, и запечатают это для вас. Мы гарантируем, что ваши родные и друзья оценят широкий круг подарков, который экспресс-доставка подарков сможет предложить. Как ты узнал? Интересно, что же там? Это же Рождество! Пока, мам, я пошел кататься. Родители, вы устали от ваших детей, пытающихся проникнуть в кладовку с подарками? От создателя экспресс-доставка подарков мы предлагаем вам охранник подарков. Во время заказа бывший морпех США будет отправлен в ваш дом без замедления, чтобы защитить ваши подарки перед тем, как открыть их на Рождество. Больше ваши дети не заберутся в кладовую, чтобы поглазеть на ваши подарки. Компания «Охранник подарков» несет ответственность за любые смерти, взрывы, мины, ножи и падающие рояли. На сегодня наше время вышло. Ждите новую часть через несколько дней.